Заседание штаба по комплексному развитию региона начали с трагедии на президентском мосту. Напомним, 21 июля в ДТП по вине нетрезвого водителя предприятия «Доремстрой» погибла молодая семья из Тольятти. Позже руководитель предприятия подал в отставку. Алексей Русских отметил, что это не освобождает его от ответственности и поручил исполняющему обязанности первого зампреда правительства Андрею Тюрину провести проверку всех автотранспортных и дорожных предприятий. Прошу особое внимание обратить на частное предприятие, осуществляющее пассажироперевозки, прежде всего в Ульяновске. С их руководителем надо провести отдельный разговор. Меня категорически не устраивает, как ездят по городу большинство водителей маршруток. Анонсировали и хорошую новость. Уже в августе откроется движение по левобережной развязке на новом мосту. Также к Алексею Русских обратились с коллективным письмом жители региона. В их числе оказались и архитекторы с просьбой обустроить набережные Волги и Свияги. Они выступили с рядом конкретных предложений. Например, уже сейчас, до того, как мы планируем начать подготовительную работу к обустройству набережной, остановить процесс выделения в аренду или собственность земельных участков, расположенных на склоне правого берега Волги и в пойме Свияги. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании градостроительного совета. Говоря о коронавирусе, региональный Роспотребнадзор предложил ввести новые ограничения для общепита и гостиниц. Заболеваемость продолжает расти. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1820 случаев заболевания COVID-19. И это почти на 10% больше, чем за предшествующую неделю. Если посмотреть заболеваемость еженедельную месяц назад, то увеличение еженедельное произошло почти в 2 раза. Глава ведомства предложила рассмотреть вариант временного приостановления работы фудкорта в торговых центрах, исключение работы на вынос. Также предлагается временно приостановить размещение гостей в ульяновских гостиницах, базах отдыха, турбазах и санаториях. Заселение будет разрешено при предъявлении ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Гашков, только за последние сутки в больницы региона с ковидом поступило 108 пациентов. Выписано 112. Больницы обеспечены медикаментами. На заседании также подвели итоги международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Ульяновская область подписала 2 инвестиционных соглашения о создании авиакомпании и о создании лизингового центра. Ульяновская делегация провела более 20 встреч с представителями российских и международных компаний. В авиасалоне также приняли участие ульяновские компании, которые представили свою продукцию на стендах. Среди них это «Авиастар СП», Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, «Аэрокомпозит Ульяновск», группа компаний «Волга-Днепр», Ульяновский механический завод. Также к новому учебному году готовят образовательные учреждения, школы, детские сады, организации дополнительного образования. 326 организаций уже готовы принять ребят. Это 42% от общего количества. Итак, 15 августа – это точка X, когда все образовательные организации разного уровня на территории субъекта должны быть приняты. Пока же есть школы, которые не прошли приемку. Среди проблем – некачественный ремонт, заваленные пожарные проходы, отсутствие повышения квалификации руководителей по вопросам пожарной безопасности. Глава профильного ведомства призвала руководителей муниципалитетов включиться в подготовку школ. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Улправда ТВ.